Время пришло разобраться в мирах. Вам это пригодится вскоре. В грубом теле есть возможность ума, в тонком теле – разума море. Человеческий ум – аналитика. Мысль предлагает решение. Человеческий ум – это эклектика. Разум определяет направление движения. Переход из тела в тело – преображение. Меняется характер активности. Меняется направление движения. Тонкое тело – никогда пассивность. Вам надо понять, вы другие. Главное – новое целеполагание. Условия жизни совсем не такие. Прекратятся в духе скитания. Мир – многоуровневое пространство. Переход в духе – новый на жизнь взгляд. Повторяю, прекратятся в духе странствия. Сознание теперь будет парад. Много надо пересмотреть позиций. Главное – возможности тонкого тела. Наличие тонкой конструкции. Переходите в тонкий план смело. Тонкое тело – не смерть, а вечность. Небывалый полет сознания. Нет больше для людей конечности. Необычности придет понимание. Раньше в зеркале видели глаза Бога. Теперь будете внутри глаз. Вы в грубое тело не вернетесь снова. Для вас грубый мир будет, как на показ. Вы поймете, что говорили знания. Тонкий план – уже вечность. К вам истины придет понимание. Вы поймете, что для вас мерность. Постепенно поймете события. Планета приобретает равнение. Вас ждут тонкого мира открытия. Равенство в духе вас ждет, к удивлению. Мыслью начните творить равенство. Включите удивительный дар. Любви надо принять главенство. Это пламенный в душе пожар. Материя уже не поможет. Важнее всего мыслеобраз. Совесть людей всегда гложет. В народной мудрости найдете про это сказ. Мыслями решите все, что надо. Ум поможет принять решение. Материальные уйдут преграды. Не будет проблем для движения. На границе эпох можете изменить мир. Мысль управляет всеми мирами. Теперь Создатель – ориентир. Вы победили на небесном татами. Главное вам понять мой замысел. Люди – это мое проявление. Бог Русь Святую объединить успел. Это и самих людей достижение. Вы готовы перейти в тонкое тело. Это ваш этап возвышения. Повторяю, входите в шестую смело. Это к Богу ваше движение. Вы уже полубоги, даже в материи. Вы собой начали изменять сферу. Не будет никакой потери. Вы доказали Богу и людям свою веру. Аминь. Отец Абсолют. 10 декабря 2020 года. Катрен, мыслью начните творить равенство.